Самый родной, самый близкий человек. Самый главный человек в жизни человека – это мама. Поздравляем мам с праздником. Кроме мамы никого. Мама всегда поможет, мама всегда придет на помощь. Только мама. Сумки донести, купить что-нибудь, продукты приготовить. Лиза моет полы сегодня, а я комнату убираю. Лиза, это твоя сестра? Да. Пылесосишь? И пыль вытираю, и игрушки убираю. Ну, бывало, что заболеют, лекарства приносила, ухаживала за ними, за родителями, за мамой. Не знаю, что еще сказать. О, помогали по дому? Помогала по дому, да. В деревню мама уезжала, там тоже помогала. К своему стыду, конечно, мало времени уделяю. Вот, хотелось бы побольше, но будем исправляться. Больше, наверное, огорчений доставляла. А там уж, ну что, в каком-то плане. Ну, вы сейчас можете поздравить вашу маму. Ну, это я и здоровье, здоровье, и здоровье. Когда я была маленькая, я ей открытки рисовала. Ну, и до сих пор рисую открытки. Посуду помогаю мыть. Отлично! Что еще ты помогаешь делать? Уборку. Полы мою, пылесошу, пыль вытираю. Поздравляю маму радости, здоровья ей желаю и счастья. Мам, я желаю счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болела. И много подарков. Всех мам Кировска, Апатитов, с праздником. Здоровья, счастья, удачи. Поздравляю с Днем мамы, счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни. Очень приятно, что так можно поздравить. Спасибо. Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю счастья, долгих лет жизни, успехов, процветания. Всего самого наилучшего.